Это у нас получается фидер, спиннинг, туризм и карповая ловля. Да. Все на месте? Все на месте. Ну, предлагаю начинать. Новогодний привет! С вами Алексей Страшный, и у меня для вас отличные новогодние новости. Предположим, мне совершенно случайно удалось встретить Деда Мороза, и он передал для вас, правильных рыболовов, просто чумовые подарки. Но просил вручить их только тем рыболовам, которым они больше остальных нужны. Поэтому встречайте новогодний мега-конкурс от компании «Флагман». Что могу сказать? Дед Мороз собрал для вас просто нереальный призовой фонд полезных подарков общей стоимостью свыше 50 тысяч гривен, за который, между прочим, может побороться каждый. Магия Нового года непредсказуема, поэтому никогда не поздно загадать желание и испытать свою удачу. Итак, это топ рыболовные снасти, среди которых фидерное удилище Inspiration и Monterey, карповые удочки Flapper, спиннинговое удилище Azura, а также многое другое. И главный приз Эхолот Дипер. Всего 21 супер подарок. Сразу предупреждаю, что условий немало, но они стоят того, чтобы побороться за столь яркие и классные призы. Ведь мы хотим, чтобы вы первыми узнавали о самых горящих новостях, ярких мероприятиях и спецпредложениях, поскольку все мы – большая рыболовная семья «Флагман». Чтобы иметь возможность выиграть подарки, необходимо заполнить анкету, а также выполнить ряд условий, которые находятся по ссылке в описании к этому видео, а также в закрепленном комментарии. Там же вы сможете ознакомиться с полным списком подарков от рыболовного Деда Мороза. А итоги конкурса мы проведем уже 12 января 2021 года в прямом эфире во всех соцсетях «Флагман». И да, совсем забыл, кто будет с нами в прямом эфире, готовьтесь к приятному сюрпризу. А тем временем предлагаю поздравлять друг друга с Новым годом в комментариях. И помните, кто не участвует, тот точно ничего не выиграет. А я, пользуясь случаем, хочу пожелать всем добра, яркого новогоднего настроения и улыбок. Не бойтесь мечтать, ведь иначе желаемому не сбыться. Ну а с вами был Алексей Страшный, до скорых встреч уже в новом году.